И навес чуть назад. Отличный пас. Удар, сейв. Где же удар? Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Мхитарян. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Еще раз смотрим, как был забит мяч. Да, смог. Месут Озил. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. А мяч забил, кстати. Александр Лаказет. Лаказет отправляет мяч в сетку. Мне кажется, это был один из самых простых мячей в его карьере. Нужно было просто не... Момент! Забивает!